Девочки, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Теперь берем клей для фольги, покрываем полностью именно каток. Все равно буду сюда лепить фольгу на эту дырку. Покрываем не толсто и не тонко. Смотрим, чтобы не было нигде просветов, иначе на это место не прилипнет фолька. Готово. Сушим. Минуту сушим и будем клеить. Фольга у меня использованная, такая очень мало, но я надеюсь, что хватит, потому что у нас будет необычный дизайн, у нас будет не просто фольга приклеена, а сверху на фольгу я буду делать еще что-то интересное. Она вообще сюда очень подходит, смотрите, видите, как нежненько все это смотрится, очень мне нравится, но ее мало. Вот такими кусочками маленькими ее продают. Сейчас посмотрим, если будет плохо отклеиваться, тогда мы сделаем тем способом, который я вам показывала. Нанесем сюда топ и сковырнем фольгу и приложим просто ее к ногтю, чтобы было красиво. Вот этот вот цветочек, видите, вот остаток розовый, вот я хочу его попробовать сюда прилепить. И посмотрим, работает ли этот клей вообще или не работает. Может, ему уже плохо стало срок годности, может, уже вышел. Конечно, проще сделать так, как я показывала, нанести топ и снять, чем вот так вот каждый кусочек приклеивать. Это, конечно, не очень удобно. Мне кажется, у него вышел срок годности. Но нам не важно, девочки, какой тут будет рисунок, цельный, не цельный. Мы же делаем, я повторюсь, не дизайн, который чисто из фольги, а интересный дизайн мы будем еще добавлять сюда. Поэтому нам вот эти кусочки на мизинчик само то будет. Ну, а следующие на каточки, я не знаю, посмотрим, если красиво тут все получится, то будем дальше так делать. А если получится некрасиво, то сделаем тем способом моим. Нужно сильнее давить просто. Ну, вообще липнет рука очень сильно. Вот я сейчас прислонила. Может быть, я не досушила. Хотя я сушила ровно минуту. Мне кажется, его надо досушивать побольше, и тогда будет все круто у нас. Потому что вот видите, как отпечатывается. Все хорошо, маленькие кусочки. Их надо вот так придавливать. И смотрите, видите, все отлично. Хороший клей. Покупала у нас в городе его. Надо будет этому продавцу предложить, чтобы я его рекламировала вам, потому что как вы сможете купить то, что я купила у нас в городе? Не знаю, нужно, чтобы они отсылали почтой вам. Вот нужно предложить, чтобы я его рекламировала, а он мне просто так давал все вот эти штучки. Я не против. Не за деньги, а просто за... Смотрите, как красиво, мне уже нравится. Давайте вторую сторону вот эту тоже сделаем. У нас сегодня такой ветрище, вы, наверное, слышите, да? Жуткий просто ветрище. Если вы видите, что что-то не напечаталось, то вернитесь обратно. Ну, хотя здесь уже, знаете, цветок, он без клея, и туда ничего уже не напечатается. А вот там, где есть клей, там нужно возвращаться и вот так сильно давить ногтем и печатать. Ну вот видите, один ноготок готов. Из вот этих кусочков ошметков я сделаю один ноготок. Мне очень нравится. Вот такая красота. Давайте это высушим и сделаем другие. Значит, будем использовать все-таки клей, потому что получилось хорошо. Главное наносить тонко и хорошо сушить. Там, где, если будет очень толсто, он будет тянуться, к нему ничего не будет липнуть просто. Поэтому я сейчас буду это все вот так снимать лишнее. И также на клиенте можно тоже легко и просто этим клеем сделать. Сушим его просто в лампе минуту и печатаем. Я хочу провести эксперимент, поэтому я посушила не минуту, а полторы. Посмотрим, что из этого получится. Получится ли вообще. Так, я хочу вот так сделать.
Видите, тут такие пробелы между цветочками, поэтому тут очень легко это клеить. Вот когда цельная фольга, например, текстуры вот продавали, я покупала, вот текстуры клеить нужно намного дольше, аккуратнее, потому что там цельный рисунок. А тут видите, какие пробелы между цветочками? Намного все проще. Так, ну давайте начнем понемножечку убирать и просматривать, что же тут у нас получилось. Видите, надо сильнее давить. Прям со всей силы. Бедный клиент. Вот представляете, на клиенте так на ноготь ему давить. Это же больно, наверное, будет. Вот видите, все-таки тянется. Значит, толсто нанесла. Так, вот тут дырочка. Вот так, если видим, что дырочка, возвращаемся и давим на эту дырочку, чтобы из дырочки все сделать. Вот тут тоже. Так что, девочки, заказывайте такую фольгу. Она просто... Смотрите, как она смотрится. Разве плохо смотрится? Мне кажется, она красиво будет на ногтях смотреться. Я просто не понимаю, почему вот здесь не клеится этот цветочек, я хотела сюда приделать, а он не хочет клеиться. Да, все-таки нужно очень-очень тонко наносить, потому что видите, вот как тянется. Это из-за того, что здесь нанесено. Наносила-то тонко по центру, а по бокам. Зачем смотреть? Пусть будет. Юля щедрая душа. Вот так и живем. Значит, тут у нас будет дизайн. Это же не дизайн у нас еще, это просто основа под дизайн. И сейчас мы будем делать дизайн. Посмотрите, как липнет кожа. Вот что у нас получилось. Вот так. Но мне кажется, что вот здесь прям лысо. Ну ладно. Пусть будет лысо, там мы как раз и сделаем наш дизайн. Давайте еще два накатка сразу покроем. Мне кажется, ничего страшного не произойдет, если я покрою сразу. Пока будет ждать, я думаю, ничего плохого не произойдет. Наносить буду очень тонко, чтобы на этот раз не было таких тянучих ниточек. Поэтому надо прям идеально наносить. Представляете, вот так на клиенте нанесешь толсто и все. И ничего не напечатается. Будет, конечно, придется еще один слой наносить. Наношу сразу второй на поток. Снимаю лишнее. Этому клею, он у меня уже, наверное, больше года, этот клей. Буду сушить опять 1,5 минуты. И видите, работает. Вот он у меня и больше года. И у нас еще даже остаются на 2 ногтя. Нам как раз хватит. Давайте посмотрим, что у нас. Вот так у нас получается. Давайте покроем топом это все. И будем делать дизайн. Вот эта фольга, кстати, с мелкими цветочками. Пикселей вообще не видно у нее. Все хорошо. Это мне нравится. Значит, когда вы покупаете фольгу, нужно выбирать более с мелким рисунком и чтобы были вот такие пробелы. Потому что когда цельная фольга, ее сложнее использовать. Вот так топом. Я надеюсь, это топ. Да, это топ. А то у меня баночки одинаковые. Так, ну все. Давайте клеить. Дальше продолжаем. Выбираем рисунок. Я хочу вот такой пиончик сделать вот сюда. И его мы закрывать дизайном не будем. Потому что он очень красивый. Вот этот. И аккуратненько все это придавливаем. Возможности уже нет это все оторвать и заново сделать, поэтому будем делать как есть, с заломом вот с таким. Ничего страшного. Давлю твердым ногтем, очень сильно туда-сюда растираю, чтобы все это прилипло. И вот эти буквы мне тоже нравятся. Давайте посмотрим, что у нас тут получается. Пиончик нужно сохранить.
А если капелька не напечаталась, это не страшно. Главное, чтобы весь цветок был. Поправляем сразу, если видим, что отпечаталось, но отходит. Сразу поправляем. Вот такая красота получилась. Очень подходит, очень красиво. И у нас остался четвертый накаток. И я буду делать его из остатков, чтобы эту фольгу оставить. Вот как раз кусочек. Смотрите, какой симпатичный. Давайте его сюда и наляпаем. Вот так как-нибудь наискосок. Нет, лучше прямо, чтобы поместилось все. Вот так, на центр этот цветущий сад. И вот сюда пион. Вот, смотрите, и буквочки. Очень красиво будет все. Вот смотрите, вот этот ноготь, я когда делала предыдущий, этот ноготь у меня стоял в лампе и сох минуты две получается. И посмотрите, как хорошо печатается из-за того, что я его 2 минуты сушил. А тут на бутылочке что написано? Тут вообще про время ничего не сказано. Может быть, продавец мне и сказал, но это было давно, я не помню, что он мне там сказал. Может быть, он мне и рассказал, как этим пользоваться, потому что там такой продавец хороший в этом магазине. Они как бы за свою репутацию, ну, как бы помогают. Им не лишь бы продать. Им нужно продать, чтобы человек остался довольный, чтобы он к ним вернулся. А не просто лишь бы, лишь бы. Мужчина, между прочим, продавец. Не знаю, столько лет работает, продает все для ногтей. И хорошо себя чувствует там. Значит, это его жена, и детей много. Все хорошо. Обычно мужчина. Ну, это его бизнес. Так, так, так. Вот наверху постоянно, вот здесь у меня много толщины, поэтому так печатается. Так, пиончик мне тут еще нужен. Листики мне нужны. Так, если что-то не нравится, возвращаемся, ставим все обратно и доделываем. Так. Так, ну пиончик-то надо оставить. Да, 2 минуты, можно даже дольше. Видите, как к руке вот, к пальцам липнет. Хороший клей. Так, ну все, основа под дизайн готова. Мне уже очень нравится, так нежненько все выглядит, красиво. Основа готова, давайте покрывать топом следующий накаток. И пойдем за нашим дизайном. Уже красиво, конечно, но нет, мы останавливаться не будем на этом. Покрываем еще накаток. Видела, кстати, дизайн такой красивый в Пинтересте. Не помню, как зовут девочку, она американка. Но я сохранила его, потом скажу, когда буду делать такой дизайн. Я потом скажу вам ее имя, потому что я не помню. Ну, там какое-то имя из 2 слов коротких. Что там? И вот она сделала в молочном... У нее... Она акрилом работает, она сделала молочным акрилом. Фруктики, цветочки, все вместе под молочным акрилом. Это было так красиво, очень красиво. Я тоже хочу. Акрилом работать, конечно, проще. Я бы тоже сама с удовольствием работала акрилом. Берем гель-лак, наносим тоненько, чтобы просвечивало. Толсто ни в коем случае не наносим. Вот так нанесли. И выкладываем сюда пену. Это шампунь. Пробовала мыло. С мылом получается фигня. Взяла шампунь хороший. И вот шампунем вот так будет стоять эта пена. А мыльная пена, она с водой. И она вот так стоять не будет. Давайте подождем подольше. Даже если она вся лопнет, ничего страшного. На катке у нас должно быть по-разному это все сделано. Но вот тут прям видно пустоту и прям туда опять просится. И это нехорошо. Одинаково лучше не делать. Опять взбиваю. У меня вот в такой баночке удобно. Я вот так затыкаю. Здесь был спирт из аптеки. Я работаю спиртом из аптеки.
я не пользуюсь никакими вот этими средствами для полигеля. Я просто беру спирт 70% из аптеки. И это очень удобно, потому что этот спирт, он еще и микробы убивает. Стараемся так, чтобы пенка осталась там, где нам надо. Разворачиваем, переворачиваем, как нам надо, и пусть она там побудет. Водички все-таки много, если сюда попало, но ничего. Будет покреативнее, ничего страшного. Даже если будут ровные места, ничего страшного. Продолжаем. Так, смотрим, что тут. Тут уже наверху, наверное, не будет. Давайте сделаем побольше вот тут внизу. Ну и капельку, ладно, вот тут, потому что здесь пустота. Это некрасиво. И теперь надо как-то взбить очень хорошо, потому что воды попалось очень много. Некоторые девочки это делают в больших чашечках и берут кисточкой пену. Не пробовала так делать, всегда делала вот так. Это я делаю второй раз или третий. Но на клиенте я делала всего один раз это все. И у клиентки такая работа была тяжелая, она работала в детдоме поваром. И вот это вот все, что мы сделали, пену, она у нее стерлась. Хотела взять. Она стерлась у нее. Ну, чуть-чуть осталось, процентов там, не знаю, 50, но в основном стерлась. Мы же топом не покрываем вот это сейчас. Мы это просто делаем. Вот такой хороший участок. Так, сушим. Так, и остался у нас мизинчик. Он у меня, видите, на палочке, потому что он такой узкий, что он не помещается на розовую подставку. Так, ну и мизинчик у нас будет. Он такой красивый, вот тут вот у него какой-то недопечатанный цветок. Вот туда мы и поставим. И сделаем нашу пену. Самое главное, наносить сейчас гель-лак не толсто. Иначе пена просто не справится. Она не сделает пузырьки. Если вы возьмете что-то очень качественное, вот, например, эта краска, вот она очень качественная, она очень пигментированная. И вот ей лучше не пользоваться, потому что я уже нанесла ее. И пузырьки вообще не получились, потому что она слишком густая для пузырьков. Пузырьки же, они же нежненькие. Аккуратненькие такие, прям слабенькие. Как они справятся? Никак они не справятся. Так, я потрясла и теперь жду, когда вода осядет вниз, чтобы мне вода на ногу не попадала. Теперь делаем. Чтобы было более или менее сухо. Мокрый дизайн прям такой. Так, немножко подожду и можно будет сушить. Вот что получилось. Такая нежнятина получилась. Мне очень нравится. Только вот на указательном что-то, наверное, когда ставила в лампу, задела, хотя я не помню, чтобы я задевала. Наверное, это все-таки я задела, когда пену выкладывала, задела горлышком от бутылочки. Но вообще очень красиво и нежно это все смотрится. Фольга прям в тему. Белый фон для такой фольги тоже очень идеально смотрится. Мне очень нравится, так нежненько получилось. Вот так под низом все хорошо, все беленько. Красиво. Напишите мне в комментариях, что бы вы добавили сюда еще. Может, что-то сюда такое можно добавить, чтобы украсить, а не испортить. Потому что если сюда добавлять блески, блески сюда вообще не в тему, они удешевят этот дизайн. А вот так, мне кажется, все красиво, все друг дружке подходит. Для пены лучше брать шампунь дорогой, фейри и обычное жидкое мыло сюда не подходит. Не знаю. Может, я неправильно что-то делала. Вроде я делала все одно и то же. Что с шампунем, что с мылом, все делала одинаково. С шампунем получилось, а с остальными веществами не получилось. Мне очень нравится такая идея нежная. Я вот думаю, если другую пену цветом взять, то было бы не то. Белая пена сюда больше всего подходит. Давайте посмотрим, как в темноте. Ой, в темноте еще красивее, еще нежнее все это выглядит. Мне очень это все нравится. Вообще никакого света сейчас нету. Только с окна, и то окна у меня заклеены, поэтому света тут очень мало. Так что вот в темноте очень будет даже красиво это все выглядит. Вживую это выглядит еще нежнее, еще красивее, потому что вживую как-то потемнее это все в комнате. Сейчас видео мне снимается в таком режиме, чтобы немножко высветлить. А в жизни еще красивее. Мне очень это все нравится, повторюсь, третий раз.
Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайся на мой канал, потому что впереди для тебя будет очень много вариантов, дизайнов. У тебя будет пополняться портфолио. Можно сейчас взять одну типсу и сделать такой дизайн, чтобы клиентам было что выбрать. Потому что когда клиент выбирает из твоего, тебе работать так будет намного комфортнее, чем когда он будет приносить чужой дизайн, и ты не знаешь, как его сделать. Поэтому мой канал будет тебе очень даже полезен. У меня уже, я сейчас покажу, вот сколько дизайнов уже. Целый стакан, мне уже некуда, уже вываливается. Вот эти уже сюда класть не буду, потому что уже нет места, надо второй стакан или какой-нибудь огромный стакан завести, или какую-нибудь коробочку красивую. Я очень довольна этим дизайном. Поставь, пожалуйста, мне лайк, тебе не сложно, а для моего канала это очень нужно. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо большое за просмотр, за подписку. Напиши в комментариях, как бы ты еще украсила этот дизайн, но мое мнение, тут ничего больше не надо. И так все красиво. Всем спасибо большое, до свидания.